Знаменитая еврейка осудила Израиль со сцены. Американский режиссер еврейского происхождения Сара Фридланд произнесла сильную речь на Венецианском кинофестивале во время получения награды. Сара выразила солидарность с палестинским народом на фоне продолжающихся израильских атак в секторе Газа. Как американская художница еврейского происхождения, я хочу подчеркнуть, что принимаю эту награду в 336-й день геноцида Израиля в Газе и 76-й год оккупации. Я считаю, что наш долг как профессионалов кино – использовать платформы, на которых мы работаем, чтобы подчеркнуть проблему безнаказанности, которой пользуется Израиль на международной арене. Я солидарна с палестинским народом в его борьбе за свободу. Фридланд получила несколько наград за свой фильм «Знакомое прикосновение», который был показан на фестивале. В фильме рассказывается о жизни 80-летней женщины в доме престарелых. Главную героиню сыграла актриса Кэтлин Челфанд, которая получила награду за лучшую женскую роль. Челфанд в своем выступлении также коснулась конфликта, выразив надежду, что катастрофические события в регионе прекратятся, и люди смогут жить в мире, свободе и справедливости.